Итак, мы принтер собрали. Теперь давайте посмотрим ошибки, которые могут у нас быть с лотка. То есть, видим, лоток у нас здесь маленько вылазит с этой и с этой стороны, что иногда может быть влиять на захват бумаги. Также, наверное, многие хотят узнать, для чего нужна вот эта, вот это наша металлическая планка. Давайте сделаем эксперимент. Просто берем эту металлическую планку и посмотрим, что нам будет принтер выдавать. Заодно вам покажу, как меняется наша резиновая площадка. Так, здесь сбоку есть такая кнопочка. Вот она. Нажимаем на нее, наш лоток выходит. Здесь у нас две защелочки. Убираем одну. В бок вытаскиваем. Убираем другую. Лоток наш металлический подняли. Теперь сбоку здесь имеются две защелочки. Раз, освободили. И другого бока два. То есть вот она. Наша тормозная площадка свободна. Для чего она нам служит? Наша тормозная площадка, как мы поняли, служит, чтобы у нас наш принтер брал по одному принтеру, а не по два, не по три. Так, далее. Далее видим, она расположена у нас на пружинке, наша площадочка тормозная, а там тот конец на щеколдах. С одной стороны сняли и с другой стороны сняли. Вытаскиваем. То есть вначале, чтобы заменить нашу тормозную площадку, мы снимаем нашу железочку вот эту. Железочка наша крепится вот здесь на двух защелочках. Раз, два. То есть мы их на себя оттянули и железочку снимаем. Давайте попробуем результат, что будет без нее. Также мы ставим ее обратно. Ставится она легко. Не забывайте, что вот эта пружинка должна быть обязательно. Ставили ее, защелкнули. Давайте посмотрим, что у нас будет без этой металлической пластинки. Сюда защелкнули. Так, засовываем наш лоток. Лоток наш не лезет. Не лезет из-за того, что не забывайте, чтобы засунуть лоток, он у нас должен быть зажатый. Для этого нажимаем на наш металлический податчик бумаги и нажимаем сбоку на кнопочку. То есть наш податчик бумаги лег как надо, и теперь наш лоток зажат легко. Включаем наш принтер. Принтер наш включили. Включаем наш тест-лист. Смотрим, что будет без этой металлической планочки. Итак, без этой металлической планочки, то есть если вы ее потеряете,
наш принтер не будет захватывать бумагу, и у нас будет высвечиваться замятие 0. Вот еще одна ошибка. Ставим ее на место.